Эфир телеканала УТВ продолжает рубрика «Происшествия». В студии для вас работаю я, Дарья Шведова. Здравствуйте. Сегодня в эфире. Авария под Миасом. Легковушку с телами погибших достали из-под фуры. Всем покинуть помещение. Пока не надо с ним. В Златоусте заминировали банк. Веревка прошла по шее и по скулам. Жительницу Челябинска избили конкуренты. Украл и скрылся. За что вас задержали сотрудники полиции? За грабеж. Мужчина похитил сумочку у Челябинки. Сразу две жизни унесло столкновение легковушки с грузовиком на трассе М5 под Миасом. По предварительным данным, иномарка выехала на встречку. Происшествие попало на кадры очевидцев. Иномарка вмята в большой груз. На легковушке нет ни одного целого места. А в этой машине ехали мужчина и женщина, жители Златоуста. Они скончались на месте. Пришлось вытаскивать машину изначально из-под фуры, потому что она была зажата плотно, сама машина. И потом приступили к деблокированию. То есть с помощью гидравлического инструмента пришлось. Но вы уже знали, что там живых никого нет? Ну, там понятно было. Легковушку доставали при помощи спецтехники. Видно, что внутри от нее практически ничего не осталось. По предварительным данным, легковушка выехала на встречку, где столкнулась с фурой. Водитель многотонника, житель Томска, не пострадал. Напомню, 3 месяца назад в этом же месте произошла подобная авария. Тогда легковушка также выехала на встречку и влетела в грузовик. Водитель и пассажир «Лады» скончались на месте. Накинулись в подъезде и пытались задушить. Жительница Копейска едва не погибла в 2 шагах от собственной квартиры. Женщина потеряла сознание и упала на пол, а нападавший сбежал. Елизавета Болдырева пообщалась с пострадавшей. Веревка прошла по шее и по скулам. Вот это, наверное, меня и спасло, что веревка задержалась на скулах. А саму трахею, добавляет Татьяна Сметанина, защитил шарф. Жительница Копейска показывает, как ее душили в подъезде. И когда я прошла к дверям, даже еще не успела вторые двери открыть. Мне сзади на шею накинули веревку и начали душить. А откуда выбежал-то? Вот откуда выбежал, я даже понять не могу. Но у меня такое ощущение, что он стоял здесь, ждал меня. Татьяна потеряла сознание, благо в этот момент дома была взрослая дочь с младшим братом. Девушка знала, мама должна вот-вот вернуться домой, но Татьяны долго не было. Дочь решила спуститься вниз. Я открываю эти двери, ну и моя мама лежит там без сознания. Я думаю, ну, плохо человеку стало. Побежала за братом в квартиру. Вот мы с братом спустились, подняли ее. Ей было очень плохо. Как бы то, что душили, а у нее рвотные позывы вот эти были, она и дышать не могла. И как бы тоже стрессовое состояние, когда человек вообще ничего не понимает. Вроде ее спрашиваешь, а она зависает. Недавно компания Татьяны выиграла тендер на Челябинском заводе. Женщина предполагает, что этим она могла перейти кому-то дорогу, например, конкурентам. Но те уверяют, о нападении даже не слышали. Да и причин на такой поступок нет. Мы никак не конкурируем. Она работает на одном заводе, я на другом. Вы знаете, мне вот эта вот чушь вот совершенно не, абсолютно неинтересна. Кто ее там мог удушить? Как ее там... После случившегося Татьяна вызвала полицию, написала заявление. Заявление зарегистрировано в отделе МВД России по городу Копейску. В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося. Теперь женщина боится выходить из дома, ведь злоумышленник может довести дело до конца. Женщина надеется, что полицейским удастся найти нападавшего. Елизавета Болдырева, Тарас Любимов, ОТВ. Житель Троицка попал в реанимацию после взрыва газа в его квартире. У него обожжено 90% поверхности тела. Мощный хлопок прогремел сегодня утром в 2-этажном доме. Это последствия взрыва. В комнате валяются вещи. От мощного хлопка вылетела дверь и окна. На выключателе и диване видны следы крови. Вот что рассказывают соседи. Все повылетало, окна, двери. В коридоре выхожу, смотрю, на соседней комнате полностью что-то горит. И дым такой стоит. И дед сидит на этом... На полу, на матрасе. И руками тушит огонь. Я начал тушить он водой. Он не дает. Не надо, говорит, воды надо вливать. Так, руками туши ее. Я говорю, ты что? Я говорю, ты вставай, ты же горишь. Начал на него одежду тушить, он тоже не дает. Абдулла позвал на помощь соседей. Они и вытащили обгоревшего мужчину. По предварительным данным, пострадавший проживал один в доме. Вел замкнутый образ жизни. Родственники имеются, но с ним не проживали. Мужчину доставили в местную больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Решаются вопросы его транспортировки в Челябинск. Причины произошедшего устанавливают огнеборцы и газовики.
Вот этого ранее судимого челябинца подозревают в грабеже. По версии следствия, мужчина вырвал сумку из рук девушки на ЧМЗ и скрылся. За что вас задержали сотрудники полиции? За грабеж. Расскажите поподробнее. Забрал сумочку девушки. Пострадавшая обратилась в полицию. Мужчину задержали по горячим следам. Злоумышленник был задержан. Похищенное имущество возвращено владелице. Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый уже был судим за разбой. Полицейские накрыли цех по производству паленой незамерзайки. Он находился в Копейске. Стражи порядка изъяли оборудование, этикетки, пищевые ароматизаторы и готовые к продаже бутылки с общим объемом 23 тысячи литров. Изъятая жидкость направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр областного полицейского главка. Сейчас полицейские проводят проверку. По ее итогам и примут решение, возбуждать уголовное дело или нет. Группы смерти не убивают детей. В большинстве случаев на отчаянный шаг детей толкает родительское безразличие. Об этом журналистам рассказал глава Следственного комитета Денис Чернятьев. Основной причиной ухода детей из жизни не является воздействие на них каких-то специализированных игр или других направлений. В основном, как мы видим, причинами этого является безнадзорность детей, отсутствие интереса и профилактики со стороны родителей. Напомню, в мае прошлого года был задержан 26-летний почтальон из Москвы. Его подозревают в доведении до покушения на самоубийство южноуральской школьницы. По версии следствия, он давал восьмикласснице задание, к примеру, вырезать лезвием на теле определенную надпись или прогуляться по высоткам. Так подводил ее к последнему заданию, итог которого – смерть. Тогда девочку удалось спасти, но спустя пару месяцев она все-таки скончалась. Суд над почтальоном стартовал в начале февраля этого года в Едкульском районе. Заседание планировали провести в особом режиме. Проще говоря, сразу же вынести подсудимому приговор. Однако в деле нашли несоответствие, и в итоге его вернули прокурору устранить нарушение. Отмечу, что в Челябинской области ждет суда еще один куратор групп смерти из столиц страны. 21-летнего молодого человека тоже подозревают в том, что он подталкивал подросток пойти на отчаянный шаг. Женщина, найденная мертвой без одежды в металлургическом районе, умерла не своей смертью. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Совершившему это преступление может грозить до 15 лет лишения свободы. Напомню, тело нашли 22 января в лесополосе на улице 2 Павелецкая. Молодая женщина была без одежды. Вещи и сумка лежали тут же, рядом. Телефон и кошелек убийца не тронул. Расследование осложнил тот факт, что тело было заморожено из-за холодной погоды. Его разморозили и сделали вскрытие. Скорее всего, именно оно и показало, что дама умерла не своей смертью. Личность молодой женщины установлена. Теперь предстоит узнать, кто убийца. Местский суд приговорил к обязательным работам экс-почтальона. В конце декабря прошлого года женщина разносила пенсию. В сумке было 140 тысяч рублей. Но в подъезде на нее напали. Такую историю она сама рассказала оперативникам. Позже выяснилось, что на даму никто не нападал. Она сама инсценировала ограбление. Происшествие якобы произошло вот в этой многоэтажке. Женщина рассказала, что на нее напали двое, но обошлось без травм. И, как выяснилось, наносить побои было некому. Женщина сама инициировала нападение, а денежные средства присвоила себе. Известно, что почтальоном женщина работала около года, а сразу после инцидента ее уволили. В суде женщина призналась, что присвоила деньги себе. В содеянном раскаялась и вернула средства. Уголовное дело рассматривали в особом порядке. В итоге экс-работника почты приговорили к 200 часам обязательных работ. Тем временем в Златоусте заминировали отделение банка. На место прибыли все спецслужбы города. По данным оперативников, черную сумку оставил возле входа ранее судимый мужчина. Он только вышел на свободу. Возле входа в отделение банка стоят машины полицейских, пожарных, медиков. Вход здания обнюхивает служебная собака. Позже выясняется, что повода для паники нет. В сумке находятся продукты. Там продукты питания лежат. Пока не надо с ними. А вот и тот самый мужчина, который оставил черную сумку возле отделения. Возможно, он просто отлучился за хлебом. Они равнодушно приняли ее за бомбу и вызвали сотрудников спецслужб. Мужчину забрали в отделение полиции, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
На этом у меня все. Эфир продолжает новый выпуск программы «Есть вопрос». Резонансная авария в Башкирии унесла жизни 9 человек, в том числе из Челябинской области. Грузовик, груженный щебнем, вылетел на встречку, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Возбуждено уголовное дело, и теперь водитель многотонника может отправиться в колонию на 7 лет. Какие выводы будут сделаны после громкого ЧП, и можно ли было избежать катастрофы? Расскажем через несколько секунд.